Намасте, дорогие друзья! Меня зовут Денис Солнцев. И сегодня, в предновогоднюю ночь, я хочу обратиться ко всем нашим подписчикам, ко всем нашим участникам. Дорогие друзья, в первую очередь хочу поблагодарить, что вы с нами, что вы смотрите наши эфиры, подписаны на наши группы, читаете наши посты. Это очень важно, потому что мы стараемся вам донести важную авторитетную практику, которая помогает нам личностно расти и духовно развиваться. Особая благодарность моя тем, кто участвует в церемониях, тем, кто делает пожертвования, потому что вместе с вами мы делаем очень много добрых дел. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, заканчивается 2023 год, и пусть в этом году останется все то, что уже отжило себя. Возьмите в следующий год только то, что вам там пригодится. Хочу пожелать вам в 2024 году, пусть у вас всегда будет много сил, энергии, вдохновения, здоровья. Пусть реализовываются все ваши благие начинания, все ваши мечты и желания. Я хочу поблагодарить нашу команду, которая без устали трудится весь год. Практически каждый день у нас проходят церемонии, у нас происходят ежедневные раздачи горячих обедов, кормление коров во Вриндаване. Теперь у нас в этом году появились праздничные дополнительные раздачи для детей и коровок, потому что эти живые существа, эти прекрасные души, они тоже нуждаются не только в повседневной пище, но и в маленьких радостях. И все это мы делаем благодаря вашему участию и тем, кто делает пожертвования в нашем проекте. Поэтому от всех вас я хочу поблагодарить нашу команду, без которой это было бы просто невозможно. Дорогие друзья, я не знал, что вам подарить, поэтому подарил вам несколько позитивных нот, которые сыграл для вас из одной известной композиции. Пусть это поднимет вам немного настроения еще больше в этот праздничный день. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть у вас будет мирное небо, пусть у вас будет много добра, будет много красоты. Также я хочу все это пожелать не только вам, но и всем вашим близким. С наступающим!